Итак, жители Ютуба, здрасте. Сегодня у нас две посылочки. Вот это вот раз. И два. И вот это два. Сегодня мы распаковываем посылочки вместе с Ритой. Она у нас чуть-чуть приболела. Носом хлюпает. Поэтому сидит дома и не пошла в садик. Какую первую будем распаковывать? Какую? Большую? Да. Давай большую распакуем. Так, сегодня у нас... Подожди. Не спеши. Сейчас посмотрю. У нас сегодня 28 число. Август. И поехали распаковывать. Итак, первую посылку у нас Рита уже выбрала. Вот эту вот. И мы ее будем открывать. Посылочка не маленькая. Она большая. Она большая. Я уже, в принципе, знаю, что здесь. Есть что-то. Что-то есть, да. Сейчас мы почитаем, кстати, что здесь у нас есть. Small pocket by air, маленький пакет по воздуху. From Ranglai Road, Pyeongchang, Jiangmen. Ты сильно-то не скачи тут. Гуандонг, China. Мне, ко мне, для меня. Телефон два раза написан даже. Написано, что это LED light, в скобочках LED и какие-то два иероглифа. Весом 0,2 кг, стоимостью $2.34. Есть трек-номер, но я, в принципе, знаю, что это, судя по тому, что я успел тут прощупать. Вот это что. Что там? Вот это что, жидкое там. Жидкое? Твердое. Так жидкое или твердое? Твердое. Тоже? Так. Внутри пакетика. Не тяни. Внутри пакетика больше ничего нету. Вот. На самом деле внутри пакетика у нас. Вот такая. Такая и такая. Ты там за временем следишь, да? Ну, хорошо, скотчу не пожалели. А моя. Так, давайте, разворачивайтесь уже. Ого, вот эти лампочки нам прислали. Только лампочек прислали, да. Пакет нам лампочек. По идее, здесь должно быть 10 лампочек. И тут 10 лампочек. Да, и тут у нас 10 лампочек. Это в люстру вкручивать, да. Она старая. Считаем. Раз, два. Ой. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и Рита пытается закрыть 10-ю. Давай, помогу. Не получается тут у меня. 10 лампочек. Да, тут 10 лампочек. Хорошо, 10 лампочек. Сейчас я найду этот заказик. Так, вот он, этот заказик. По 26 центов. Иди сходи за платочком. По 26 центов 10 штук. В принципе, если поискать снапшот, в снапшоте написано, что их там 10 штук должно быть было. То есть, все это вышло на $2.60. Сейчас найдем, подожди, не переживай. А вот он, я нашел все. Ну хорошо. Конечно. Трек, в принципе, трекался. Заказ отправлено было 6 числа. 8 месяца. Или 8-6 месяца. Ну-ка. Заказ от 3 числа 8 месяца. Отправлено 6. Сегодня 28. Шло у нас 3 недели. Так, не кашли. В принципе, что, неплохие лампочки. Будем потом проверять их. Да, как они светятся, ладно? Как они светятся, как они работают. А пока... Ну и нету лампочки, да? Есть, все на месте. А пока едем дальше. А, ну у нас в люстре. А там специально выкручено, чтобы 2 и 3 светили отдельно.
либо 5 вместе. Ладно, переходим ко второй посылочке. И следующая у нас посылочка. Я не знаю, посылочка — это маленький конвертик. From, кучка иероглифов. Small pocket by air. Ну, номер заказа здесь есть, в принципе. Мне, ко мне, для меня. Без трека. Хотя номер трека есть. Написано, что это necklace. Весом 0,082 грамма. Да, пусть там лежит. Стоимостью $1. Да. Тут еще какая-то наклеечка внизу была. Угу. Да, ты сейчас весь свет загородишь. О, нет, она поехала вместе с той наклейкой. Ладно. Трек номер есть, в принципе, есть номер заказа, по нему, если что, найдем. Где-то вот здесь, вот здесь. Наклеечка есть? Так, ой. Наклеечку я уже отодрал. Причем криво, вот она. Это же наклеивают сверху, наклейка. Написано, что это necklace. Ага, вот это что. Это у нас цепочки. Цепочки у нас. Больше ничего нету. Да, причем цепочка одна. Да. Немного спутано. И что-то белое и в белом. Белый — это пакетик силикогеля, влагопоглотителя. Да, да, больше у нас ничего нету. Сейчас будем искать по номеру заказа. Так, 6714 здесь и 6714 начало здесь. 608, 600. Да, вот это и есть он заказ. Правда, здесь было два. Почему-то прислал он один. Ну, что самое интересное, посылку эту прислали повторно. Сейчас цепочка стоит 25 рублей 29 копеек. Стоила она 9 рублей 80 копеек. Две штуки. Две штуки я их уже получил. Ну вот, прислали мне третью. Ну, я сказал, что якобы не получено. Это одна. Да, продавец мне тут писал: ой, так и сяк, вот вышлю вам. Типа даже где-то здесь вот фотографию посылки прислал. Сейчас сравним, похожи они, не похожи. Долго что-то грузится, картинка, видать, большая. Слишком шибко хорошего качества, видать. Отправил. Ты порвал. Я порвал. Да вот тут. А, ну это ничего страшного. В принципе, вот эта посылка долетела очень быстро. Ну да, наверное, она есть. Она просто заклеена. Да, в принципе, есть. Так, вот так посылка она лежала. Я смогу. Конвертик этот. Трек номер, в принципе, такой же. Если присмотреться очень хорошо, на 3, 5, 4 и заканчивается. Да, в принципе, это оно и есть. Так, подтверждать я пока не буду. Прислал он, потому что одну. На самом деле три. Ага, Рита уже одела померить. Да, все, теперь с цепочкой будет ходить. Как раз. Как раз. Только немножко маленькая. Подтверждать не буду, чтобы потом оформить нормально все это дело. Хвостик попал. Поправим потом тебе все это. Все поправила. Ну, теперь Рита с цепочкой у нас. Вот мы распаковали две посылочки с Ритой. В принципе, цепочка, 10 лампочек. За лампочки я еще попытаюсь поспорить, потому что там был снапшот 10 штук в лоте. Че хе-хе? Ходит с цепочки теперь довольны. В общем, ставьте пальцы вверх-вниз. Подписывайтесь на канал. Мисс Кедди. Какие Кедди? Ты сейчас... Иди отсюда. Мультик она тут насмотрелась. Всякой фигни. В общем, всем пока. Всем счастливо.